всем добра, позитивной энергии, заряда, красоты, доброты, Божьего благословения. А я нашла новые растения, вообще такие как царские какие-то, с короной, вообще какой-то хохолок. И очень необыкновенно красивая, наверное, волшебная. Со всеми делюсь, может кто знает, как оно называется. Такие вот тонкие листики у него. Вот такое оно красивое, смотрите. Обалдеть, какое красивое. Я не знаю, как оно называется, но я уверена, что я скоро узнаю. Вот его наверняка любят пчелы. Вот оно только что улетело, так оно вот здесь сидело на этом и улетело. Вообще царство растений. Красиво как. Кто-то другой сидит на этом растении. Наверное, улитка. Нет, просто. Очень красиво. Он мне напоминает, как у индюшки хохолок. Чего он мне напоминает такого интересного? Вообще корона. Жар-птица. Это индюшка. Ну вот так вот, как это вот такая вот павлин. Что-то такое интересное, интересное, необычное. Очень красивое. Вообще какая это красота. Делюсь с вами, посылаю вам вот эту красоту. Наслаждайтесь, заряжайтесь красотой, таинствами волшебной природы. Здесь так умиротворенно, здесь вообще очень красиво. Здесь просто безумно красиво, здесь поют птички. А я с вами делюсь вот такими красивыми цветочками, которые я сейчас опять с Божьей помощью нашла. Я вас люблю, благословляю. Божьего вам благословения, добра, любви, красоты, молодости, позитива, хорошего настроения и хорошего воскресения. Пока-пока.